происходит баскетбольный турнир детских спортивных игр, который проводится раз в 4 года. Это на призы главы города Красноярска. Маховик детского баскетбола мы уже раскрутили. И остановить его, конечно, будет сложно. Здесь участвуют, мы так называем, распределяем детей немножко, профессионалы и любители. Профессионалы – это которые занимаются в детских спортивных школах, а любители – это физкультурные клубы школ. Поэтому здесь вот именно сборные школ встречаются. И это хорошее соревнование, это где дети, любители могут посоревноваться с профессионалами. Я сегодня играю в баскетбол, у нас соревнования, мы боремся за первое место. У меня папа все время футболом занимается, футбол не мое, а вот я решила баскетболом. Надо очень хорошо владеть мячом, держать его крепко и, ну, и стараться, чтобы у тебя все было. Стараться и стараться. У нас отлично, мы выигрываем 32-18. Мы сильнее, мне кажется, быстрее. Они не успевают у нас пас забрать и не держат игроков. Он всегда со мной рядом в трудную минуту. Бывает, что друзья не всегда рядом, а баскетбол помогает снять стресс и в горе, и в радости, так сказать. Всегда главное. Даже в НБА есть игроки меньшего роста, они всегда попадают.